вывела на скоростные тесты самую мощную модификацию кроссовера Jaguar F-Pace с буквенным индексом SVR. Машина построена на модернизированной платформе IQ, что позволило инженерам установить 5-литровый турбомотор мощностью 570 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км в час Jaguar F-Pace SVR разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 250 км в час. В связи с высокой мощностью мотора, инженеры Jaguar полностью перенастроили работу рулевого управления и подвески, установили более мощную тормозную систему, а кузов машины снабдили дополнительными аэродинамическими элементами, увеличенными воздухозаборниками и спортивной выхлопной системой. Выпуск столь горячей версии кроссовера Jaguar F-Pace связан с тем, что его прямые конкуренты Porsche и Alfa Romeo выпустили спортивные версии кроссовера Macan Turbo и Silvia Quadrifoglio. Ну и чтобы не отстать от конкурентов, англичанам также пришлось добавить мощности и прыти своему кроссоверу Jaguar F-Pace. Первая премьера этой версии кроссовера состоится весной будущего года в Женеве, но продажу машин поступит во втором квартале 2018 года.